Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вашему вниманию сегодня я представлю модель двери «Монолит» в ее стандартной комплектации. На данный момент на рынке появилось очень много дверей «Монолит» с одноименными названиями, поэтому я хотел бы сегодня поговорить о разнице монолитов, которые представлены на рынке. В первую очередь, эта разница, она отражена как минимум в этих двух сертификатах. Первый сертификат нашей компании «Монолит двери и сейфы» – это сертификат Международной системы контроля качества ISO 9001. На втором, скажем так, здесь представлено свидетельство о том, что это торговая марка, и все остальные монолиты, они не относятся к данной компании, к нашей компании, никакого отношения не имеют. Это первое. Второе, что входит в нашу стандартную комплектацию двери «Монолит» и чем она отличается от всех остальных. В первую очередь замки. Замки — это Cheese Revolution Pro и Guardian 4001. Нижний замок поставляется с двумя цилиндрами. Это временный цилиндр и постоянный, тот, который будет установлен после ремонта. Замки, то есть такая замковая комплектация, она дает неуязвимость от отмычек, от чистого вскрытия. Имеет, как я уже сказал, что легкую смену секрета всей замковой группы. Цилиндр имеет определенную интересную функцию. Это то, что если вы его переводите в определенный режим, то в таком режиме ключ перестает работать. В то же время легким движением барашка вы можете перевести замок в привычный для него режим. Нижний замок Cheese Revolution Pro имеет трехстороннее запирание вверх-вниз, при этом блокирует ключевое отверстие верхнего замка. Даже когда вы находитесь дома и закрываетесь на барашек, вы перекрываете ключевое отверстие верхнего замка. Замки находятся в 6-миллиметровой металлической капсуле обычного металла, со всех сторон 6 мм металла. И с внешней стороны, полностью на все корпуса замков нижнего и верхнего, еще установлены каленые пластины. На нижний замок 6-миллиметровая каленая пластина, на верхний 2-миллиметровая. Внешние и внутренние листы двойка. Кроме этого, идет сетка из ребер жесткости, 2 вертикальных, 7 горизонтально. Антисрезы противосъема с петлевой стороны, эффективной длины, которые пронизывают полку 50-го уголка и идут до первого ребра жесткости. Петли наши фирменные, подшипниковые. Большое количество точек крепления, по 5 монтажных ушей на сторону, 2 вверху, всего 12 монтажных ушей, которые забиваются костыли и на сварку крепятся. Поэтому эта как бы модель является наша, скажем так, самая базовая модель, но она уже включает в себя все те функции, которыми не обладают подавляющее большинство дверей и дверных производителей. Поэтому не путайте нашу продукцию с одноименными, возможно, названиями. Спрашивайте какие-то документы, удостоверяющие, что это именно наша продукция. И обращайтесь к профессионалам, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием вам изготовим дверь в нужный для вас размер, под нужный для вас дизайн, который мы подберем для вас нужную степень защиты, как от чистого вскрытия отмычками, так и от силового взлома. Обращайтесь, с удовольствием вам поможем. Всего доброго!